Казнь по-белорусски. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня у нас легенда. Яндекс.Бар. Еще до браузера Амига он насиловал умы. Был настырным, красивым, что помогало ему овладеть вашим компьютером. Не успевали вы компьютер запустить, а Яндекс.Бар уже селился у вас. Почему я открыл Ижак? Да потому что не хочется мне устанавливать какой-нибудь старый Firefox. В чем проблема? Яндекс.Бар мертв. В 2012 году его похоронили. А свою жизнь он начал аж в 2000 году. Я его скачал, версия для Ишака. Ишак практически у всех есть. Давайте мы данный шедевр установим. Нажимаем запустить. Короче, сделать Яндекс стартовый, бла-бла-бла. Тут все сервисы тех лет изображены. Можно почитать лицензионное соглашение. Тут написано: «Привет, мой дорогой лох. Теперь все наши сервисы будут жить на твоем компьютере. И мы не несем ответственность, если данная программа самостоятельно овладела нежно твоим ПК». Компания Яндекс, Ленинградское шоссе. Шучу, конечно. Так, мы продолжим установку. Немного истории. Изначально Яндекс.Бар выпускался только для интернет-эксплорера. И имел не очень большой функционал. То есть это строка поиска в Яндексе, Яндекс закладки, но позже подключились и другие остальные сервисы. Яндекс.Бар успели портировать на Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Safari. Версия 6 и 7, которая у нас сегодня в ролике, была заменена 27 июня 2012 года новым инструментом Elementy. Или Яндекс Элементы. Кстати, нумерация осталась та же. Вот. Если Яндекс.Бар был 6.7, то Яндекс Элементы называются у нас уже 7.0 и так далее. Нажимаем готово. Вуаля. И вот тот самый Яндекс.Бар. У нас тут Яндекс карты, маркет, новости, словари, видео, музыка, диск, узлы. Так, коллекция. Это что такое? Порнуха какая-то. Я открывать это не буду. Что она здесь делает? Далее. Бесплатное порно-видео. Я туда зашел. Это реклама X-Hamster. И это конкурент порнохаба. И это не смешно. Я там, кстати, смотрел стриптиз. Вы не подумайте. А то скажут: Лещенко, откуда ты знаешь, что это? Так, я уже пропустил. Тут была табличка. Включить основные функции Яндекс.Бара. Вот так это все выглядит. Тут переводчик у нас. Функция только текст. Визуальные закладки присутствуют. Я как понял, новую вкладку открываешь. И вот они здесь появляются. Тут есть радио. Наше радио Шансон. Авторадио. Радио Шоколад. Эхо Москвы. Ретро FM. Кодиров. Финансовые разные. Информация, можно войти, кстати, в почту. Ну и сам по себе поиск. И все это продолжает работать. Почему-то находит меня в Бресте где-то. Или вообще в Тирасполе. Хотя я нахожусь вот здесь. Рядом Варшава, а там до Парижа уже можно пешком. Вот как у нас выглядят настроечки. Боже мой, еще социальная сеть «Мой круг», она уже накрылась. Кстати, такая унылая хрень была, мало кто ей пользовался, но я почему-то ее помню. Также еще есть Яру, это спам, Яндекс.Фотки, почту Mail.ru, они рекламировали Twitter, Facebook, еще со старыми логотипами большинство всего. Почта Gmail, почта Rambler, расширения всяческие, поведение и защита. Кнопочек, блин, как лампочек на елке, не знаешь, куда даже нажать. И все продолжает работать. Куда не нажмешь, все работает. И новости, и словари. Ну вот музыка нажимаешь, предлагают установить Яндекс браузер. То есть установил себе человек браузер, да? Ну он не особо опытный и не знает, как не попасть в неприятные ситуации. И тут что-то там установил, галочку не поставил. Или же эта программа попала как-то другим путем к вам на компьютер. И тут вы видите, у вас уже на панели что-то тут появилось. Какой-то Яндекс поиск, Яндекс почта. Потом ваш браузер превратился вот это, то есть огромное количество кнопок. Все это дело еще помогало вашему браузеру употреблять еще больше ресурсов. Плюс те времена, когда Яндекс.Бар находился в активной фазе, у людей еще был у многих трафированный интернет. То есть был
не безлимит. И многие замечали, что благодаря данному бару трафик очень быстро заканчивался. А таких баров можно было нахватать очень много, потому что был еще там и Google, наверное, бар, и Yahoo бар был, и от Mail.ru там до хрена чего было. И вот человек нахватает этого добра. Смотришь, уже и странички-то прогружаться не хотят. Естественно, я сделаю ролик и про элементы Яндекс. Про Яндекс.Бар я не смог не записать, так как это уже история, и слава богу, и он еще устанавливается на тот же самый Internet Explorer и дает нам возможность снова прикоснуться к тем далеким нулевым. Я проверил инсталляшку, и как троян Яндекс.Бар определяется только у Clamp AV. Посмотрим через Advar Cleaner. Так, 7, только 7. Но это не удивительно. Подобные компании типа Mail.ru и Яндекс мало того, что навязывают вам свои сервисы, так еще и воруют некоторые ваши данные и продают рекламщикам. А рекламщики уже подсовывают вам рекламу. Хотя, по идее, за просмотр рекламы вам должны платить. Но это новая стратегия. Если раньше был открытый бесплатный софт и закрытый платный софт, то со временем появилась фриварь. Это закрытый софт, но при этом бесплатный. И для того, чтобы как-то окупить свои труды, они начали в такое ПО запихивать рекламу. И я не шучу, например, тот же самый браузер Opera 6 когда-то был вообще платным. То есть ты платил за программу, и там уже никакой рекламы не было. Надеюсь, суть вы поняли. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Немножко поковырялись в легендарном Яндекс.Баре. Ничего особо тут такого интересного нет. В плане того, чтобы использовать данный шедевр в 21 веке, в 2020. А вот для тех, кто боролся с этой заразой в самом начале 21 века, в 2000-х, это будет, знаете, как вот прослезиться немножко. Ретро. Всем пока. Спасибо за внимание. Я у вас заберу еще одну минутку, господа. Если вы хотите предложить тему для ролика, обсудить сам ролик, да или просто поболтать, у нас есть Telegram. Заходите, есть ссылка в описании. Ну и, конечно, наш Discord. Сейчас это не просто сервер для общения, но еще и игровой сервер, так как у нас есть собственный сервер по Майнкрафту, совершенно некоммерческий, без VIP-ов и другой неприятной ерунды. Ссылка также есть в описании. Приходите, пообщаемся. Теперь точно. Всем пока.